Раз-раз-раз, всем привет, друзья! Вы на чердаке прогнозов от сайта metaratings.ru. И сегодня мы с вами посмотрим на матч Арсенал-Спартак с точки зрения ставок и прогнозов. Тула победила 3-0, Кангва прыгнул в песок. Все как, собственно, и было у него в детстве, когда он жил где-нибудь в Африке или откуда он там. Ну что, поехали? Вот, пожалуйста, губернатор Тульской области с супругой сразу после матча. Если вы регистрируетесь и делаете первую ставку, то в случае поражения... Не слушайте радиального эксперта! Охренеть! Узнали, ребят? Дмитрий Лисичев. Вау! Смотрите, какая актерочка, а? Кто в случае поражения... Не слушайте радиального эксперта! Интересно, с какого дубля они это записали, а? Фильм «Тренер», помните, там Сычев играет, он сто раз появляется в кадре и ни одного слова не произносит. А тут вон целое предложение. На это можно смотреть вечно, ребят. Если вы регистрируетесь и делаете первую ставку, то в случае поражения... Не слушайте радиального эксперта! Па-ля-па-ля-пам-пу! Последний человек, которому можно доверять в плане прогнозов. Взял, обострял тут же. Ну, а вот мне и Константину Геничу, например, доверять можно. Так что Спартак, фига себе. На мой взгляд, много... А я не знал, что Генич притапливает за Спартачок. Смотрите, как радуется. Интересно, Генич плакал после игры? Так что с прогнозом, Дмитрий? Что тотал в этом матче будет меньше 2,5. Тем более... Та-да-да-да-та-ум-пу! Обычный сотрудник тульского Макдональдса после игры. Ой, еще один Дмитрий, да, этот Егоров, горе-журналист, горе Егоров. Что скажет этот молодой человек? Сказать, что этот гандон, этот урод. Ну, как обычно, короче, Егоров ничего нового не говорит. Спартак очевидный фаворит. Па-ля-па-ля-пум. Тренер Арсенала тульского возвращается домой. Арсенал дома будет принимать Спартак. Это что за омерзительная четверка? И, на мой взгляд, Спартак... Дружище, ты что ерзаешь? Сними костюм, будь вон как эти на заднем плане кореша твои. И, на мой взгляд, Спартак уж точно не проиграет. Всех вас любим, всех вас ждем здесь, в нашем солнечном городе Анапа. А, из Анапы, чувак. Вот мэр Анапы. О, это тоже мечта, это море. Уже на стену приделал фотообои крутые. Ну-ка. Переиграл москвичей со счетом 3-2. До этого... Дружище, ты что рукой правой делаешь? Финал обыграл на выезде Крылья Советов 1-0, 2-0. Тут же Енисей. У тебя этот, тремор что ли? Или колено чешешь? Или, может, ты кайфуешь от своего прогноза? Кстати, что с ним? Индивидуальный тотал тульского Арсенала больше одного за коэффициент. Хорош! Не зря, дружище, продолжай в том же духе. Не спасти мне без тебя. Серега, здорово! Серега, у тебя шея не болит? Или ты пипец маленький, или подушки огромные? Нападающий тульского Арсенала Ризван Мирзов разбирается с обороной Спартака. Это что за бандит? Я не знаю, за последние 10 ставок у меня, наверное, всего одно поражение было. Охренеть, всего... статистика. Ну-ка, что сейчас? 20 тысяч рублей на индивидуальный тотал московского Спартака больше одного. Прощайте, 30 кусков. Прикуси язык, прикуси язык, прикуси язык. Старая гвардия. Бышевец. Общался с игроками. Так. Ни хрена себе, Бышевец по телефону к нам дозвонился. Друзья, купите уже наконец эту видеокамеру или телефон с камерой Бышевцу, а? А то ему надоело звонить по проводному телефону. Думаю, что Арсенал добьется победы. Хорош! Светоч, красава, лучший! А вот наконец-то видео уже Анатолия Бышевца, когда Бышевец узнал, что его ставочка зашла. Ну что ж, дорогие друзья, это был чердак прогнозов от сайта metaratings.ru. Заходите к нам на канал, подписывайтесь, заходите к нам на сайт. Здесь найдете топ букмекерских контор, бонусы букмекеров и крутые прогнозы на матчи. Всем побед, пока!